Сотрудники второго отдела полиции задержали 22-летнего работника автосервиса, который похитил из машины клиента катализатор рыночной стоимостью 100 тысяч рублей. В августе 40-летний владелец Mitsubishi Dion отдал свою иномарку на ремонт в автосервис, расположенный в микрорайоне «Пятая площадка» на улице Узловой. В минивэне возникли проблемы с форсунками и инжектором. Устранение таких неисправностей – дело не быстрое, а потому хабаровчанин оставил машину в мастерской. Здесь находятся несколько ремонтных боксов, примыкающих друг к другу. Злоумышленник не занимался починкой Диона, а работал на другом ремонтном посту. Машина долгое время стояла в сервисе, и в итоге мастер решил тайком снять с нее элемент выхлопного тракта, в котором содержится драгоценный металл. Катализатор можно сдать в специальный пункт приема и получить неплохие деньги. Когда поблизости не было коллег, фигурант тайком демонтировал его. Когда хабаровчанин получил машину назад, он сразу заподозрил неладное. Осмотрев днище иномарки, автомобилист понял, что его элегантно обворовали, и обратился в полицию. Сотрудниками уголовного розыска городской полиции по подозрению в совершении преступления задержан работник соседнего автосервиса. Ранее 22-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи. Злоумышленник сдал украденный катализатор в пункт приема на улице Суворова. Деньги фигурант успел потратить на личные нужды. За совершенное преступление молодому человеку грозит до 5 лет колонии. Он дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Уферов.